Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на родину РП, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Если вы введете моник и прокатите 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня снова видео, и в этом видео будет, так сказать, вторая часть политушек на вот этом замечательном автомобиле Ford Mustang GT. Но сегодня будет, я думаю, намного интереснее, потому что сегодня будет в основном просто импровизация, будем делать трюки просто где захотим и как захотим. Поэтому я думаю, это будет интересно. Но вы просто поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте постараемся на это видео набрать 50 лайков. Если вы хотите увидеть еще и там, не знаю, третью часть такого видео, ну, подобное видео, в общем, возможно, в другой машине. Если вы наберете здесь много лайков и будет много комментариев, типа, продолжая снимать такие же видео, то я куплю другую машину, и мы попробуем на ней. Как бы посмотрим, есть ли разница или нет. Я думаю, это будет интересно. Все, желаю всем приятного просмотра, и мы погнали прыгать. Ну что ж, пацаны, я предлагаю нам сегодня заняться таким деревенскими политушками, так сказать. Поэтому я хочу прилететь вот эту, например, речку. Давайте пробуем перелететь и посмотрим, что у нас из этого вообще получится. Так, и... Просто как нехуй делать. Это было реально красиво. Я, конечно же, закупился ремками, но пока что, я думаю, они нам не пригодятся. Давайте попробуем еще здесь. Просто, пацаны, будет импровизация. Я думаю, из этого что-то годное по-любому получится. Давайте просто вот так включаем наш лаунч-контроль, и с помощью него мы сейчас улетим просто в космос. Ну, почти. Да, очень было близко. Но зато это было красиво. Так, давайте прям в упор попробуем так сделать. Вот так, например, да? Хотя, мне кажется, из этого ничего хорошего не получится, но давайте попробуем. Допустим, сделаем как-то вот так вот. И... Нихера себе! Я не знал, что так можно было. Ладно, у нас там получилось, потому что, ну, мы как бы большое расстояние держали от воды. А здесь мы там, знаете, как подводная лодка просто пролетели. Это было реально круто. Ну, допустим, да, вот так вот даже попробуем. Так, поровнее и... Та-дам! Сальто просто сделал, да, заебись. Ну, давайте попробуем вот так вот сделать просто. Ну, посмотрим, что из этого получится. Конечно, не надо было бы мне это утром снимать, ну ладно. Ух, нихуя себе. Вот это была сальтушка такая нормальная. Ну что ж, из-за того, что я намочил машину, как вы помните, в воде, у меня из-за этого, короче, получается, машина пропала, когда я вышел ее чинить. Поэтому мне пришлось перезайти, и сейчас мы пойдем обратно возьмем машину и уже попрыгаем в батарею. Потому что, ну, как бы в Корякино мы уже попрыгали, хотя я хотел еще, но, к сожалению, машина как бы пропала. Вот она стоит, она зато целенькая у нас. Ну что ж, пацаны, я нашел отличное место, чтобы разъебаться в хлам. И оно называется... Ну, понимаете, что мне тупо повезло. Я мог просто упасть на эти бочки, сдохнуть хуям и оказаться в больнице. Как это работает? Мне реально повезло просто. Я уже думал, я же вижу эти бочки, думаю, ну все, сейчас будет красивый взрыв. Ну ладно, нам повезло, давайте повторим, мне кажется, это было реально круто. Так, я тут нашел тоже неплохое такое местечко. Просто, пацаны, импровизация. Вот как мы просто вот так стоим просто, например, да? И решили просто прыгнуть. Скорее всего, сейчас мы в дерево влетим, либо в столб. Но сейчас проверим. Нихуя себе, сказал я себе. Только как я отсюда теперь выйду? Блин, мне нравится, пацаны, это было красиво, не спорю. Ох ты, роднулькин мой, трамплинчик, заебись. Только мы, пожалуй, используем этот трамплин, не тот, тот неинтересно. Вот этот трамплин вы называете, так хуйня. Ну, просто тут еще деревья. А мы используем этот трамплин, пацаны. С этим лаунч-контролем, кажется, можно выехать просто откуда захочешь. Реально, просто реально охренено. Так, полетели. Бля, только не в воду, пожалуйста. Ну что ж, пацаны, давайте продолжим наше веселье. Я нашел вот такое вот место. И сейчас попробуем мы долететь вон туда. До того клуба. Или что там находится, я не знаю. Неплохо, неплохо. Я приехал в магазин, называется. Сейчас, короче, попробуем. Попытка не пытка. Нормально, чё.
Я залетел по цедовыче. Это жестко просто. Это просто жесть. Бля, ну я не думал, что я залечу реально. Ну, как бы я думал там 50 на 50. Но в итоге у нас получилось залететь по цедовыче. Это реально очень круто. Мне кажется, такое только я могу снимать. Да, скорее всего, пацаны, этого нельзя делать. Поэтому, пацаны, не повторяйте. Можете смотреть, но не повторяйте подобное. Ладно, пацаны, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, хотите ли вы видеть еще такие видео. Если хотите, то ставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Все, короче, пацаны, всем пока-пока.